Всем привет! Мы начинаем играть в новую игру. В русском переводе это клетки называется. Добро пожаловать! Перед началом просмотра, по традиции, этот эксперимент призван улучшить наше понимание эволюции. Участвуя, вы помогаете нам собирать данные, необходимые для создания более точного моделирования. Вы согласны? Да, мы согласны. К сожалению, не дали договорить, не забывайте подписываться, устроиться поудобнее, порекомендовать друзьям. Чего я жду? Давайте. Я когда-то давно играл в нее, но были обновления, и эту игру я не записывал. Давайте попробуем вместе ее теперь пройти. По-моему, этого не было. А другой вид есть. Facebook. Так, сейчас подключимся. Не отключайтесь. Это буквально для вас минутное дело. Я, кстати, мы, наверное, неправильно начали. Вы собрали немного энтропии. Используйте энтропию для покупки эволюционных улучшений. Хорошо. Планета Земля. Техническое дерево жизни. Домашняя звезда. Планета Звезда. О, планета Земля. Наш лимит, чтобы выбрать. Не, ну музыку чуть потише. Эволюция. Планета Земля. Земля обеспечивает смесь химических веществ, изобилие воды и атмосферы, которая идеально подходит для развития жизни. Конфликт облачной синхронизации. А, да, мы когда-то проходили. Вот это загрузить. Все. Так, планета Земля. Дальше. Луна и первичный бульон. Наверное, с Луны надо начать. 240, а здесь 3... Охренеть. Ну, значит, возвращаться нам нужно обратно вот сюда. Так, вот, да. Жмем, кликаем, и так мы зарабатываем. Кстати, я помню... Четыре пальца я вот так вот бил. В три. Сейчас я в три бью пальцы. Можно возвращаться. Луна. Луна. Это... так, а что он дает? Чуть-чуть потише. Все-таки. А я и здесь-то могу делать. Луна. Энтропийный клик. Доходы плюс 4 на клик. Угу. Гравитационные силы, вызванные Луной и Солнцем, и вращение Земли, создают приливы и отливы древних океанов, принося жизнь. Луна рождается, когда объект размером с Марс врезается в юную Землю. От Луны больше ничего не идет, правильно? А вот она, наша Луна. О, как много! Так, возвращаемся. Первичный бульон. Разблокировать среду обитания первичного бульона. Это раствор на первобытной планете Земля. А это что такое? Это что было? Это раствор на первобытной планете Земля, богатый органическими соединениями, создающий идеальные условия для развития жизни. Первичный бульон. От него что у нас идет? Аминокислоты или нуклеотиды? Давайте влево пойдем. Доходы плюс 1 на клик. Нуклеотиды – это химическое соединение, которые создают основу для ДНК и РНК. Но они никак не улучшаются. А вот она. РНК пошло. А у нас, в принципе, аминокислота 300% эффективнее. Носитель генетического кода РНК отвечает за передачу генетического кода из ядра в рибосомы, производящие белки. Угу. А здесь пока ничего не идет.
ДНК, аминокислота. ДНК. Молекула с уникальным свойством саморепликации. Бесконечная конфигурация ДНК формирует основу всех эволюционных изменений. О, а ее мы теперь можем... Жизнь создана, ДНК. А это куда и откуда появилась? Так. Возвращаемся. Запись хоть идет? И идет. Возвращаемся сюда. Чуть-чуть покликаем. И к ДНК. Молекула. О! Можно ее улучшать. И в принципе, можно вот это у нас. Аминокислота. Атомы молекул соединяются вместе для создания исходных компонентов жизни. Аминокислоты являются строительными блоками жизни. Аминокислота создана. О, у нас что-то открылось. Каждая купленная вами жизнь увеличивает фоновое производство энтропии. Аминокислота. Исследование. Вулкан. Белок. А у меня еще и само это прибавляется. А что у нас доступно? Ускоритель мутации. Добавьте ускорение, и ваша жизнь на этой планете получит удвоенный доход на 30 минут. Это реклама посмотреть? Ну, собственно, да. Я посмотрел рекламу, и тут все подускорилось. Но хорошо. Нам-то не сюда надо. Нам надо вернуться. Ага, а как нам туда вернуться? Подождите-ка. А, во, увидел. Ну, я могу сейчас ДНК еще улучшить. О, у нас вулканы появились. Ух ты. Нет, вулканы нам сейчас нужны. Значит, пойдемте на Землю. Ого, она у нас уже сильно поменялась. Посмотрите, у нас появились континенты. Один, Пангея. Все, чуть-чуть потыркали. Пойдемте дальше. Давайте вулканы. Аминокислота 300% эффективнее. Углекислый газ, выделяемый вулканами, нагревал Землю и был основным катализатором создания пригодной для жизни Земли. Мы сделали. Замечательно. Дальше у нас что идет? Озоновый слой. 65 тысяч. Ничего ж себе. Ну, давайте мы пока подулучшили. Аминокислота. И это мы подулучшили. Значит, у нас сейчас озоновый слой. Доходы плюс 1% вашего бездействия энтропии в секунду. Слой в стратосфере Земли, защищающий планету от ультрафиолетового излучения. Со временем этот важный барьер повредился из-за загрязнения человечества. Ну, чтобы это нам сделать, нам нужно аж 65 тысяч. А вы представляете, сколько 65 тысяч? Это мне сколько надо кликов сделать, чтобы 65 тысяч было? Другой вопрос. В принципе, я буду бездействовать, когда... Ну, то есть игра будет отключена. Оно будет потихоньку... Все эти очки энтропии добавляться. Ну, это да, 65 тысяч. Это вот так... Много-много. И долго. Здесь мы пока больше ничего... Да хотя нет, белок. ДНК 100% эффективнее. Строительные блоки живых клеток. Белки – это молекулы, образованные из длинных цепей аминокислот. Как у нас много всего пошло.
Из белка мы плазматическая мембрана. Это что нам дает? ДНК 100% эффективнее. Плазматическая мембрана защищает внутреннюю часть клеток от окружающей среды. Мне бы хотелось бы, конечно, от клетки до сингулярности. Все-таки как она называется правильно, мне интересно. Ладно, но я думаю, это я разберусь чуть попозже. Это мы сделали. А что у нас, почему сюда ничего не уходит? Все? Все? И на этом все у нас? Пока. Угу. Прокариотическая клетка. Но я до нее не хотел бы сейчас ничего делать. Нам нужно вот тут вот озоновый слой. Аминокислоту нужно до чего-то докачать, чтобы что-то у нас появилось. ДНК прокариотическая клетка. Ага, ну я ее еще даже не открывал. Так, значит, исследование нам нужно озоновый слой обязательно. Ну, это очень долго, это много. Что у нас тут? Ну, давайте так сделаем. Добьем до 10 тысяч. До 10 тысяч. И, наверное, на этом мы остановимся. Пусть побольше у нас очков энтропии заработается. И в следующей серии мы дальше будем изучать... развиваться и смотреть, как развивалась жизнь на нашей Земле согласно этой игре. Активировать бесплатно. Ох, прям у нас как тут много всего. Так, а что же у нас? Ну, по факту по факту нам, наверное, надо аминокислоту дальше качать. Все равно должно что-то открыться. Нет? Нет, пока нет. Тогда ДНК еще чуть-чуть. Ну и все. Думаю, пока на этом все. Надеюсь, к следующей серии озоновый слой мы вот откроем, исследуем. Ну, вот такая вот игра, друзья. Вот такая необычненькая игра. Я надеюсь, она вам понравится. Оставляйте комментарии. Не забывайте подписываться, порекомендовать друзьям. И не болеть и не грустить. Это самое главное. Спасибо за просмотр. До новых встреч. И всем пока. Пока. Я пока буду тыкать.